Всем привет! И мы сегодня идем в садик. Это будет такая классная идея. Мне кажется, это не очень классная идея. И сейчас кто-то запалит. И что? Это будет такой адреналин, я говорю. Это будет просто очень классно. Мне тоже кажется, что это будет очень круто. Да ладно, ребята, успокойтесь. Только молитесь. Да и правда, если полицию... Да ладно, это всего лишь... А мы же дети, мы убежим быстро. Да. Ну ладно. Ты попробуй через этот забор перелезть. Ну ладно, давайте. В общем, ребята, сейчас объясняю, что мы хотим сделать. Мы сейчас зашли, гуляли, и этот садик сейчас рабочий. И мы хотим через него перелезть и там погулять. Там есть качельки, горки и так далее. И тому подобное. Мы же даже много сюда не поставим. Как ты собираешься через вот пролазить? Ну вот так вот подпрыгнуть и перелезть. Ты издеваешься? Как куда сюда подпрыгнуть, блин? Подпрыгнуть. Девочки. Там есть палки, там можно через там палку. Там есть дырка, да, там можно дырка, через дырку пролезть. А, ну да, тем более вы девочки в юбках. Ну там чуть дальше есть в заборе. А я пролезу туда вообще? Ну, да, возможно. Да, Влад, тебе просто поменьше кушать надо. Вот-вот. Ой, подумаешь, я люблю кушать. Ну вот, вот именно, ты очень много любишь кушать, поэтому ты такой толстый. Я не толстый. Кстати, Влад, а сколько ты весишь? Кстати, да. А это секрет. Да что ты, просто Влад не взвешивался и не знает. Нет. Так, в общем, давайте точно убедимся сейчас на данный момент. Мы там никого не видим, да. Там, в принципе, никого только нету. Только собачка. Да, только там какая-то собачка. А, здесь? Вот, да. Зарина, давай ты первая. Да, да, давайте. Давай. Сейчас, пролазь. О, боже мой. Ладно. Ну, слушай, там аккуратно, нет, хорошо? Нет, хорошо. Так, давайте. Все-таки я не смогла. Давай. Опа, сейчас я рюкзак сниму. Так, мальчик, перелазь. Ой, Вася. Мальчик, я мальчик. Аккуратно. Ой, жирный так. Я же говорю, что ты жирный. Тихо, здесь собака, ребята. Я пролез. А давайте, я думаю, она нас не укусит. Ну, мне, конечно, то, что нас не укусит собака. Надя, возьмите мой рюкзак. А, нет, все, она нет, все, она уходит. Ой, классно, мы все, будем мы перелезли. Ну, уходить, смотреть. Давайте вообще посмотрим, осмотримся. Что это за садик? Там качелька есть. Стойте, здесь давайте... много качелек. Да, здесь не одна качелька. Давайте осмотримся вообще, что это за садик? Какие дети сюда вообще ходят? Вообще, безопасно ли это садик? Наверное, маленькие дети сюда ходят. Маленькие дети сюда ходят. И вообще, безопасно ли это садик для маленьких детей? Конечно, безопасно. Просто посмотрите, безопасно. Смотрите вообще, что это такое? Что это моя игрушка, Лер. Я просто здесь забыл. Да, вот как там дети. Вот посмотрите, вот только посмотрите. Вот только посмотрите это. Вот как тут могут кататься дети. Вот только вот, вот просто посмотрите. Вот, вот. Классные качели, вот именно сюда. А вот. Это колесо, это типа песочница должна была? А, да, это типа песочница. О, под солнцем как так. Весело. Под солнцем, да, тут дети типа играют. Давай, я подержу. Маленькая качелька для детей, точнее для Дарины и Ани. Вы что, маленькие? Почему тут маленькие, Влад? Кататься на качелях можно в любом возрасте. Угу. Тихо, хоть... только давайте аккуратно, потому что сейчас садик типа все-таки заброшен. Хоть тьфу, в 10, хоть в 15, рабочий. Когда дверь открыта. Кстати, вон, да, давайте вести себя давайте не очень громко, потому что, да, не дай бог. Пойдем проверим. Так, Влад. Влад, ты издеваешься? Ну, интересно ты просто. Ты хотя бы думаешь? Нет, Влад немножко своей головой не думает вообще. Ой, стойте, потише, потише, потише. Я не могу. Потише. Дарина, куда ты... Я просто подумала, что это там можно типа прыгать. Плохо ты подумала. Тихо, тихо, тихо. Вот смотрите, ребят, здесь дверь открытая. Вот, вот, вот она открытая. И там сидят люди, да. А мы тут такие ходим. Кстати, вы заметили, что тут... Вы заметили? Это картошка. Да, и помидоры. Кстати, это картошка. Вот это картошка, да, это картошка. А вот это вот картошка. Ну, девчонки, достраивайте. Кстати, ребята, вы заметили, здесь нет ни одной горки, хотя раньше здесь были горки. А, да, кстати, я помню, ой, собака да ходила все время. Собака видео, здесь так много горок было. Да. И вот там вот одна была горка, и здесь. Была. И тут теперь, блин, вообще ничего не разрешает. Я так нервничаю, так уже начинаю такая успокаиваться. Да, кстати, для меня тоже я... Тут собаки есть, такие собаки. Я забралась на эту штуку. Я, короче, боюсь собак. Очень сильно, ребят, я очень сильно боюсь собак. До такой степени, что просто вообще... Сейчас, мне кажется... Ой, одна сюда идет. Это, да, одна из них. Ну, Аня... Тебе не страшно? Конечно, страшно. Мне тоже страшно. Мы просто, лично я, все мы боимся собак, мы все ребятам сейчас просто покажу.
Ребят, хотите прикол? Собака непонятно откуда. Ребята, хотите прикол? Мы не спасемся так от собак. Мы так высоко стоим просто. Главное не смотреть ей в глаза и замахиваться на нее. Главное сильно шуметь. Они убегут. Горячая качелька. Мне кажется, она маленькая для тебя. Я знаю. Девчонки. Здесь есть... машинка. Машинка. Только я думаю, что я сюда не влезу. Если честно, я немножко удивляюсь, что здесь... Ну, попытка не пытка, но как бы... Как бы... Вот кустов прям очень много. Да, кустов здесь очень много. Зато здесь тенечек. Интересно, а почему здесь так много собак, если это детский садик? Кстати, да, зачем тут вообще собаки? Они же могут напасть на маленьких детей. Там что-то строится? Ну, да. Офигеть, это рабочий садик? Да, рабочий садик. А там что-то строится? Да, как бы, ну, то есть ничего страшного, что дети могут там, как бы, ушибить, упасть, да, там так далее и тому подобное. Вот, смотрите, собака валяется, точнее, чухается. О! Это типа... Я придумала. Это паровозик. Здесь есть скакалка. Я нашла скакалку. Она положена. Ну как? Она такая маленькая. Большая? Не, сейчас я на скакалку. Вот смотрите, какая собака. Мне кажется, эту собачку можно не бояться. Да. Мне так тоже кажется. Кстати... Она такая смешная. Непонятно, что она хоть сделает. Это решил тоже попозировать. Нет, когда решил поваляться и вымотаться. Ну, я думаю, что теперь... О, кстати, ой. Она что-то хрюкает, что ли? Кстати, смотрите. Да, а тут для, типа, тут, возможно, сидят эти воспитатели. Кстати, давайте ее откроем. Откроем. Вот возьми за эту ручку. Тихо, Бак, аккуратно. Давай. О, кстати, смотрите. Собаку ударил. Тут очень, ну, тут такой хорошенький песочек. Ага. Очень крутой песочек, мне нравится. Он такой... Закрывай. Вот, сделаем фотографию, типа, мы на море отдыхаем. Такие, знаете, ножки. Да, да, фотка. Типа, мы на море. О, давайте я так сейчас сделаю, Потом похвастаюсь всем, что я... Они потом смотрят это все видео и поймут, что мы... Так, сейчас сделаем фотографию. Так надо разуться. Я ж типа на море, там на пляже. А когда она запалит, Дарина будет босиком бежать через... Да. Кстати, я, наверное, быстренько делать фотки. Я вам еще что-то покажу, потому что мы типа не весь садик обошли. Так. Дарина пока там фоткается. Кстати, ну, тут, я так понимаю, даже садик никто не охраняет, потому что мы спокойно разгуливаем по садику. О, смотрите. Это какая-то... Беседка, кстати, эта беседка пахнет бассейном, наверное, из-за того, что вот из таких штук делают бассейны обычно. Ну, из такого качества жаль. Тоже. Качельки опять. Там кто-то... Там кто-то был. Там кто-то шумел или что-то открыл. Там что-то я слышал, как кто-то что-то открыл или шумел, я не знаю, может, это, конечно, собака. В общем, давайте держаться вместе, чтобы, если что, бежать вместе. Давайте. Потому что бежать... Тебе не жарко? Да, нет, интересно, а что было, если бы ей было жарко? Что бы ты сделал? Выдал водички ей. Какой водички? Не знаю, я купил водички. О, смотрите, качелька. Интересно, я в нее влезу. О, кстати, я в нее влезу. Ну такая уж я толстая. Нормально, блин. Правда, жалко, что она очень низко. Кстати, вон тут, ребята, тут тоже открыта дверь. Нет, не только сзади. А вдруг там охрана? Ну, это за пределами садика. Это уже прохожие. Да, здесь тоже дверь. Я же говорю, да, тут тоже дверь открыта. Кстати, а что? О, давайте я придумала. Давайте по лестнице поднимемся и посмотрим, что там. Давайте. Я боюсь. Я не боюсь. Тихо, Влад, только тихо. Хорошо. Ребят. Там кто-то пришел. Ой, там идут люди. Там идут люди. Сюда. Там бабушка есть. Засними. Она закрыла дверь. Ну нет, она нас увидела, да? Она испугалась. Она испугалась. А нельзя в садике быть? Хорошо, простите. Я думаю, вы увидели.
Так мы давай говорим, мы уходим. Выйдем. Мы через сюда и зашли. Так мы не через калитку зашли. Мы через забор перелезли. Там можно, там дырка есть большая. Хорошо, простите, пожалуйста. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Хорошо, через какую калитку здесь можно выйти? Мне просто интересно, где, блин, она открывается. Мы сюда еще раз вернемся, только вот там опять. Вот именно, что... Да, здесь выйдем. Она открыта, ладно, она была открыта. Да, но все равно. Ого, тут так много людей. Короче, идем еще раз. Идем. Нет, какой фат еще раз? Хватит. Да нет, идем. Хватит, нас уже наорали. Да, я не хочу. Ничего. А мало ли еще по лицу. Ой, подожди. Не хочу. Здесь так много людей. Да, кстати, там здесь, тут здесь так много людей. Прям как-то не по себе. Короче, ребята, не так много. Наша... оказалось не очень такой удачной хорошая попыткой. Идея, да. Да. Попытка у нас не очень сильно получилась, но нас запалили, не так сильно наорали, да, и отпустили. Да. Ладно, ребят, на этом наше видео подходит к концу. Мы вас любим очень-очень-очень-очень-очень сильно. Ребята. Ставьте лайки и смотрите, ребята, давайте сделаем так. Кто напишет самый-самый классный, крутой, самый лучший да, комментарий и самый стих, большой, или даже стих, тот попадет в видео на основном и на этом канале. Да? Так что обязательно напишите какой-то стишочек или песенку, или самый-самый-самый просто интересный комментарий, самый лучший и такой необычный. И тогда ваш лайк.